Привет! Вы на канале Лит-клуб. Читаем краткое содержание романа «Война и мир» Льва Толстого. Текст с сайта читательскийдневник.ру. Читает Юлия. Роман Толстого «Война и мир» рассказывает о военных, довоенных и послевоенных событиях XIX века. Главные исторические события – война Наполеона Бонапарта с Россией. Главные персонажи – Андрей Болконский, Наталья Ростова и Пьер Безухов, между которыми на протяжении всего романа формируется и развивается любовный треугольник. Между этими событиями существуют и другие. Главная мысль романа – он учит доброте и состраданию, которое проявляется через терпение и понимание человеческой сущности. Роман рассказывает также о любви, что она бывает для каждого своей.